Jaya Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Shri Bhakti Rakshakshidhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Shri Rupanu Guru Varg Ki Jai, Jaya Shri Bhakti Nirmalacharya Maharaj Ki Jai, Shri Bhakti Sudhir Goswami Maharaj Ki Jai, Все Вайшнавские Ачарьи Шри Чайтанья Сарасвати Матха Ки Джай, Всем преданным Ки Джай, Харинам Санкиртан Ки Джай, Гаур Примананде Хрибол. Дорогие преданные, время Вьяса Пуджи Шрилы Гурудева, время Нового года, я от лица всей нашей многонациональной миссии хотел бы поздравить вас с наступающими праздниками. Так получается, что у нас в России Новый год – это особый праздник, который ассоциируется с радостью, общением, встречей с членами семьи, которых, может быть, даже не видел долгое время. И я очень счастлив, что Вьяса Пуджи Шрилы Гурудева совпадает с этим временем, потому что она совпадает по настроению. В первую очередь, я хотел бы поздравить вас с днем явления Шрилы Гурудева. Фактически, его день явления – дал шанс каждому из нас и еще многим-многим другим, которые придут в будущем в нашу миссию. И во вторую очередь я бы хотел, конечно, поздравить всех с праздниками, с новогодними праздниками и дать небольшой репорт и рассказать немножко о будущем, что ждет нас впереди в самое ближайшее время. Вернемся к дню явления Шрилы Гурудева. Вы знаете, что это особый день, это семейный день. Это праздник, когда все преданные встречаются вместе, готовят подношения Шрилы Гурудеву, вспоминают о нем, смотрят видео. И мы надеемся, что вы в самое ближайшее время вышлете свои видео, аудио и письменные подношения на наш сайт, чтобы все мы могли прочесть, услышать, увидеть и еще раз вспомнить Шрилу Гурудева, то важное, что он принес в наши жизни. Тот поток, нектар существования. Если вы помните песню «Шри Гуру Чарана Падма Кейбла Бхакати Садма», да, в этой песне говорится, что «Чакурана Дила Джей Джанми Джанми Прабу Сей». Из жизни в жизнь я буду стремиться служить моему духовному учителю. Поэтому в нашей миссии, следуя пониманию вайшнавской седанты, мы знаем, что гуру, он не ушел никуда, он как солнце. Иногда он проявляется в своем трансцендентном образе, дает нам наставление, проливает на нас свою милость. Иногда он продолжает свой божественный путь и оставляет нам свои наставления. И как родители иногда оставляют взрослых детей одних дома, он проверяет, насколько мы взрослые, насколько мы готовы служить. Напоминаю, что перед уходом, когда я обратился к Шриле Гурудеву с вопросом о том, как нам жить дальше, он сказал: сотрудничайте с теми, кто идет на сотрудничество. И это великие слова, смысл которых, я думаю, что нам еще предстоит много-много раз осмыслить и понять. Ведь сознание Кришны – это добровольное служение, это жертва. И нас объединяет жертва санкиртана, духовное общение, духовное служение, служение гуру, вайшнавам, братьям, воспевание святых имен. И очень важно, чтобы мы были одной единой семьей. Это не всегда получается у нас. Конечно, в первую очередь, это зависит от нас, от лидеров. Поэтому, в первую очередь, я надеюсь, что вы простите все мои оскорбления или невнимание каким-то центрам, каким-то конкретным личностям, поскольку в силу своей занятости я не всегда могу обратить внимание на тех или других преданных или приехать в то или другое место. Но это вовсе не значит, что мы не помним вас, не думаем о вас. Мы очень хотим, чтобы вы поддерживали с нами связь и контакты. Это касается, может быть, тех регионов, в особенности, в которых я не был по много лет, может быть, там 10 лет или 5 лет. Поэтому я прошу тех преданных свое смиренное прощение. Хочу сказать, что обязательно либо я, либо кто-то из наших духовных проповедников, сейчас особенно активно проповедует Ашутош Прабу, Маханчор Прабу, Варден Прабу и приезжают другие проповедники. Обязательно, если не я сам лично, то кто-то из наших проповедников может приехать. Поэтому прошу вас, поддерживайте связь. Как говорил Гурудев, мяч идет всегда к игроку. Проявляйте энтузиазм и обязательно приедем к вам. Буквально недавно,
я с Радишем Прабу редактировал книгу Шрилы Гурудева, которая называется «Амная Татва», и слушал часть его духовного наследия. Я хочу сказать, что у нас прекрасный, огромный, глубочайший духовный архив наследия Шрилы Гурудева, над которым работает целая группа преданных. Я хотел бы выразить этой группе преданных особую благодарность, потому что духовное наследие Гурудева — это то, что дает нам надежду. Каждый раз, когда я теряю всякую надежду, я слушаю его божественный голос, вспоминаю его улыбающееся лицо и понимаю, что он где-то с нами, он где-то близок, просто, может быть, спрятался где-то в соседней комнате и ждет, пока мы сами примем правильное решение. Вот, поэтому не только мы делаем архив Шрилы Гурудева, вы знаете, что успешно был издан архив Шрилы Шридхара Махараджа, сейчас мы работаем над архивом Шрилы Госвами Махараджа, записываем его лекции на английском языке. Я надеюсь, что по милости преданных они будут с русским переводом, с русскими субтитрами. И поэтому одним из наших приоритетов является сохранение, приумножение наследия наших духовных учителей. И те преданные, которые из вас могут транскрибировать или участвовать в монтаже, в редакции, на самом деле делают огромное дело, потому что это духовное наследие должно быть доступно через интернет, через различные ресурсы, веб-сайты. И мы также работаем, продолжаем работать над рядом важных ресурсов архивных, которые в ближайшее время, я думаю, станут доступны всем. Поэтому еще раз напоминаю вам, что это служение очень важное. Но помимо того, чтобы заниматься непосредственно самим духовным наследием, очень важно это санкиртана. И мы видим, что сейчас контакт, Facebook, интернет является огромным местом для санкиртана, где люди обмениваются идеями, свободно обмениваются идеями, вне зависимости от места, положения, вероисповедания. Поэтому я очень благодарен той группе преданных, которые распространяют контент в нашей сети, во всемирной паутине, и действительно делают интернет неким божественным, да, потому что, помимо всего прочего, он может еще и предложить сознание Кришны. Я очень благодарен всем преданным здесь, в нашей питерской студии, в Чермае, и в других студиях, которые участвуют в этом очень-очень важном деле. Конечно, нам много чему нужно научиться. В первую очередь, мы должны сами практиковать эти идеи. Это не всегда у нас получается. Но, по крайней мере, мы помним слова Шрилы Гурудева, Шрилы Шридхара Махараджа, что человека ценят по его идеалам. И что в какой-то момент мы можем, может быть, отойти от чистой преданности, от какой-то там глубокой практики в силу иллюзий, каких-то своих, скажем так, мирских тенденций, но Шрила Шридхара Махарадж говорил, что мы не должны оставаться такими вечно, да, мы должны всегда надеяться и стремиться, что гуру вайшнавы примут наше служение. Мы знаем, что Гурудев был очень-очень милостив, и не только к нам, он еще очень милостив к тем, кто пришли в нашу миссию, вновь присоединившиеся души, те, кто стали учениками Шрила Ачарьи Махараджа, Шрила Госвами Махараджа, получили посвящение у наших ачарьев, в том числе у меня. Мы очень счастливы, что семья внуков Гурудева является достойными продолжателями его идеи и с большим интересом и энтузиазмом изучает духовное наследие и помогает нам в этом. Поэтому мы видим, что наша семья стала многогранной, большой, и это не мешает нам, а наоборот, это объединяет нас тем, что у нас разные учителя, разные грани понимания, разные преданные совершают разные служения, но при этом помните единство и различие. Мы, может быть, разные по возрасту, по пониманию философии, по мировосприятию, живем в разных странах, социальных системах, но тем не менее мы объединены в семье Шрилы Гурудева служением. Поэтому я хотел бы поделиться с вами немного планами. Планы достаточно простые в этом году, но они очень важны. Мы хотели бы провести огромный всеевропейский вайшнавский фестиваль. И поскольку преданным очень легко приехать из Европы и со всего мира на Украину, это не требует во многом случае визы для иностранцев, мы хотели провести его в Киеве. Еще одна из причин, почему мы хотели бы провести его в Киеве, потому что Киев – это прекрасный, красивейший город, где сейчас очень активно, бурно растет и развивается наша миссия. Мы надеемся, что в этот приезд Шрила Госвами Махарадж сможет встретиться с многими киевскими преданными. Мы открыли там недавно йога-центр, там проходит множество лекций. У нас есть там официально зарегистрированная религиозная организация. Поэтому мы хотели бы провести такой духовно
духовный фестиваль, вайшнавский фестиваль духовного общения и проповедническое мероприятие, какое мы делали в старые добрые годы в Петербурге или в Москве, именно в Киеве. Поэтому мы надеемся, что центром в этом году притяжения, магнетизма будет Киев. И все вы сможете приехать именно туда, взять с собой своих друзей. Мы нашли замечательное пространство прямо в центре города, в экологическом парке Труханов остров. Стоит прекрасная турбаза, которая обнесена забором, 5 гектар. Там пляж, можно купаться, проводить программы, проводить фестивали. Мы хотим сделать так, чтобы 3-4 дня был чистый вайшнавский фестиваль, а на выходные будут музыканты, будет много культурных событий, придет множество людей. Мы проведем концерт, праздник и сможем принять, я думаю, что тысячи гостей. Вот, естественно, бесплатно просад, раздача угощения. И в прошлом году те, кто были на фестивале в Киеве, были, наверное, счастливы, потому что было очень много гостей, очень много людей. Люди были по-настоящему счастливы, довольны. Это было некоммерческое такое событие, объединение. Многие приходили, служили, помогали. Поэтому мы хотели бы, чтобы наши ключевые гости, преданные, приехали именно в Киев. Далее этот фестиваль будет примерно 27-го, там, 25-го июля, в начало августа. Это самое хорошее время, жаркое и, безусловно, время интересное для путешествий. Поэтому, конечно, было бы хорошо, если бы вы подготовились заранее, приобрели билеты. Вот, и мы организуем штаб принятия гостей. А в самое ближайшее время, наверное, после Гуру Пурнимы, мы уже дадим конкретные, как бы конкретные даты и координаты. Теперь, что касается еще части фестиваля в России. Мы хотели бы провести фестиваль в Москве, также совместить его с однодневным большим праздником, вайшнавский фестиваль Vedalife в Москве. К сожалению, в Москве мы не сможем принять очень много гостей, иногородних в особенности, но, возможно, какое-то количество людей смогут остановиться в центре, потому что центр у нас очень небольшой. Но, тем не менее, Москва – это важное место, там давно существует наша община. И в этом году мы также сделали много интересных проектов в Москве. Открылся новый проект Джиганата. Идут лекции, мастер-классы. Выступают наши преданные, такие как Сахадев, Ашутош. Поэтому Москва – это главный форпост, и мы не намерены его оставлять. Единственное, что в связи с небольшими возможностями размещения мы все-таки переносим главный поток людей в Киев. Ну и третье место, очень важное место, ценное, которое всегда было важным, важнейшим местом нашей миссии, это Шри Чайтанья Сарасвати Матха, Санкт-Петербург. Мы проведем традиционный Джанмаштми, трехдневный фестиваль, день явления Кришны, но сделаем его не очень длинным, потому что тяжело преданным оставаться в сложных условиях. И вы знаете, что в конце августа очень, ну, погода в Петербурге может быть непредсказуемая. Поэтому мы надеемся, что те, кому повезет, приедут и в Москву, и в Киев, или кто-то из вас выберет, так сказать, более подходящее для вас место проведения события. Напомню также, что в этом году мы проводим очередную парикраму, паломничество, и у нас уже сформировалась прекрасная группа. Вы сможете приехать в Шри Чайтанья Сарасвати Матх, поклониться нашим святыням, божествам, самадхи наших учителей, получить даршан Гурудева и, безусловно, увидеть Шрилу Ачарья Махараджа, Шрилу Госвами Махараджа, других наших ачарьев, пройти по святым местам с парикрамой, поучаствовать во всех программах. И мы готовимся к этому, поэтому просьба тех преданных, которые хотели бы участвовать в этих событиях, сделать свои решения, все необходимые действия как можно раньше, чтобы нам легче было заблокировать билеты и, в особенности, места для расселения. Напоследок хочу сказать, что на день явления Шилы Гурудева я еду в Навадвипу, чтобы поддержать Шрилу Ачарью Махараджа и поклониться его божественной милости там. Я буду в Навадвипе и постараюсь связываться с вами по скайпу. Поэтому буду счастлив, если в процессе дня праздника, в течение выходных вы будете мне звонить. И постараюсь уделить вам как можно больше внимания.
Я извиняюсь, что, может быть, последние дни мне не удавалось пересечься с вами по скайпу, но это в силу того, что мы готовимся, наверное, к съемочному проекту, и я буквально бегал, можно сказать, по разным делам. Вот, поэтому прошу прощения, но в будущем вы всегда можете связаться по скайпу со мной лично, непосредственно, либо же с нашими проповедниками, такими как Притху, Ашутош, связаться с Чинмаем и организовать даршан Госвами Махараджи в какой-то момент тоже возможно. Вот, поэтому я надеюсь, что мы будем с вами в постоянном контакте. Вы знаете, что контакты в Facebook – это инструменты общения. Надеюсь, что вы будете поддерживать связь, поддерживать служение. Я хотел бы пожелать вам самого лучшего праздничного настроения, встретиться на Вьяса Пуджи со своими братьями и сестрами, прославить Шилу Гурудева, получить поток его безграничной милости, провести Новый год и праздники. И хотел бы пожелать вам счастья, удачи в духовной жизни, в первую очередь, во всех остальных ваших делах, начинаниях, служении. Хотел бы поблагодарить вас за участие во всех событиях. Вы знаете, что у нас прекрасные центры в Хабаровске под руководством Гандхарвики Наяна Абхирама. У нас прекрасные центры в Томске под руководством Субады Девидаси, Новомосковск, Киев, Ярославль, Ижевск, другие города, регионы, безусловно, Москва, Санкт-Петербург, Смоленск и многие другие города. Поэтому я всех вас обнимаю. Примите мои поклоны, простите оскорбления, несовершенства. И надеемся, что по вашим благословениям мы сможем продвигать нашу миссию во всем мире. И Шрила Гурудев будет нами доволен. Безусловно, наша миссия – это его детище. И мы должны стараться исполнять его волю, его наставления. И он сказал, сотрудничайте с теми, кто идет на сотрудничество. Поэтому, в первую очередь, я прошу вас всех сотрудничать между собой и так, чтобы эти праздники были проведены вами в семье преданных. Харе Кришна. Надават.